точно. Ну все, это по входу в чемодан должно поместиться. Так, чемодан сложил, готов. А где София? Чего она чемодан не складывает? София, ты где? София! София! Так, что же мне взять? Ага, вот дверь. Где ты? Чемодан сложила? Ой, Арсений зовет. Арсений, Арсений, я здесь, здесь я. А, вот ты где? А ты чемодан уже сложила? Ой, какие чемоданы? Никаких чемоданов я не складывала. Ты что, завтра уже выезжать надо? Да, ладно, все, побежала я за чемоданом. Ой, да, я совсем забыла. Это чемодан. Ну ты, блин, София, и даешь. Уедем без тебя и все. Какой без меня? Ты что, нет? Я сейчас быстренько сложу все свои вещи и поедем. Так, все, сейчас быстренько открываю и складываю туда. Так, что же мне надо? Так, мне надо купальник. Мне нужны круги, матрасы. Так, и надо мне, наверное, ведерко с лопатками. Точно, все, пошла все искать. София, ну сколько можно? Давай быстрее собирайся. София, что случилось? Чего ты плачешь? А как мне не плакать? Вот посмотри, посмотри, весь порвался, мой купальник, вот только мусорку. Вот так. Ну чего ты переживаешь? Ничего страшного. Конечно, не страшно. Еще мой круг лопнул, и матрас, и ведро мое кто-то забрал. Да, вот это уже проблема. У меня денег нету. А у меня деньги есть, ну какая разница, у меня ничего. Так, София, в чем проблема? Поехали в супермаркет. Ну, а что в супермаркете делать, а? Там же все можно купить. И купальники, и ведерки твои. И даже матрасы с кругами надувными. О, так ты давай быстрее собираться, давай быстрее, побежали. Ура, 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 мне все купили. Ну что, Арсений, все, мы приехали. Давай, пошли в магазин. Вот в этом магазине мы точно купим все на отдых. Все-все купим, я тебе честно говорю. Ну что, я же тебе уже тысячу раз говорю, я хочу купить все для отдыха, все-все в этом магазине. Идем, Арсений. Так, что здесь? А здесь, так, это нам не нужно, этот отдел. Ой, игрушки, да, точно, отдел игрушек. Ай, прикольно. Ладно, нам тоже сюда пока не надо. Может, я возьму ведерко, мне же копать надо, так. Вот так, смотрим, какие ведерки здесь есть. Ой, какой классный, смотри, это с кем? Подожди, это кто там? Это утенок. А это, смотри, здесь есть все. Здесь и лопатка, и леечка, и грабельки. Арсений, может мне такое взять? Ну, у меня денег много, поэтому мне точно хватит. Ладно, пошли дальше. Отлично. Арсений, слышь, возьми корзинку, наверное. Вон там, корзинки возьми. Ой, как хорошо, что я тебя с собой взяла. Ведерко уже купили, идем дальше. Вот купальнички. Смотри, Арсений, какой классненький, голубой. София, а вот этот вот такой классный, с Микки Маусом. Да, знаешь, очень даже ничего, мне нравится с Микки Маусом. Так, подожди, какие еще есть? Дай еще посмотрю. Смотри, Арсений, а вот это холодное сердце мне больше нравится. Смотри, какой классный рисунок. Здесь кто здесь нарисован? Подожди. Анна, Эльза. Вот какой классный. Может, его я и возьму. Ладно, все, с купальником я определилась. Так, ну что, пошли дальше. Так, ты где же эти надувашки? Арсений, смотри, какая доска для серфинга для тебя. С Человеком-пауком, правда классная? Офигенная, София. Ну смотри, вот большой единорог. Вау, какое единорогище. А, так тут очень много всяких разных. Смотри, сколько коробок разных. Так, это вот, это что, это арбуз-морожка? О, такой ничего. А вот настоящее мороженое. А можно здесь ракушку возьмем? Ракушку? Смотри, вон она, видишь? Вот она надутая. Ну-ка посмотрим, как она выглядит. Вау, какая она большущая. Подожди, а в чемодан ко мне влезет? А если все-таки не влезет? Нет, лучше я не буду рисковать. Что тут еще есть? Написано «Be mine», «Будь моей». Это сердечко. Что тут дальше есть? Давай дальше смотреть. Это, нет, это какой-то тортик, кексик. Так, хорошо. Ну, это мы видели. А, это, наверное, павлина. Смотри, какие классные перья. Ты видишь? Так, давай-ка посмотрим. А, точно, павлин. Ой, какая это красота. Так, ладно, надо уже определяться. И апельсин, и матрас. О, киви, София, киви. Точно, киви. Вот-то его я ее и возьму. Так, вот эту киви, вот эту бери, пожалуйста, ставь себе корзинку. Отлично. Так, Арсений, мне еще надо плавательные очки. Ну, или маску, и, наверное, трубку, и все. Очки, вот маска сразу. Маска, так, есть маска. Вот есть зелененькая. Точно, с трубкой. Ну какую же взять, просто маску или маску с трубкой? А вы, ребята, как думаете, взять просто маску или маску с трубкой? Точно, я беру с трубкой, тогда под водой смогу дышать. Давай, Арсений, подавай мне. Отлично, ну все. Это по входу в чемодан должно поместиться. Ну что, пошли на кассу.
Ой-ой-ой-ой-ой, это же мне надо. Ты задерживаешься? Так, ну все, я почти все убрала. Остается пропылесосить. И красота, какая же я молодец. Сейчас все быстренько допылесошу. Ну что, все вроде бы допылесосила. Ой, кто это же мне звонит? Алло, Ваня, привет. Я? Неа, ничем не занята. Только что поубиралась, да. Красоту навела. Угу. Ой, ты хочешь ко мне зайти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же что? Это же мне надо... Ладно, ладно, заходи. Да, через полчаса? Хорошо, заходи. Пока. Ой-ой-ой-ой-ой, это же мне надо прическу сделать. Так, накрасить губы. Так, и красивое платье одеть. Точно, все, побежала за платьем. Ну все, кажется, платье я выбрала. Ну вот такое. Как вам, девчонки, оно красивое? Только оно что, мятое? Ладно, поутюжу. Так, главное настроить хорошо утюг, чтобы дырку не сделать. Ну все, буду утюжить. Так, все, вроде бы готово. Итак, вправо, влево, вперед, назад. Ну сейчас хорошенечко поутюжу, и будет все в порядке. Вперед, назад, вперед, назад. Ну все, по-моему, готово. Ну-ка, посмотрю я. Ну-ка, ну-ка. Ой, отличненько, все замечательно, одеваюсь. Теперь у меня красивое платье. Я теперь красавица. Ой, я же с прической ничего не сделала. У меня же... Ой, забыла совсем снять. Так, первым делом мне надо снять мои бигуди. А то куда ж встречать Ванечку с бигудями? Засмеет, скажет, что у тебя тут антенны такие на голове, София. Так, откручиваем, раскручиваем их. Сейчас поснимаю, буду красавицей, заплетусь. Так, так, так. Ой, одна кочерешка готова. Так, остальные надо снять. Так, все, снимаю остальные. Так, голубенькую надо снять. Ой, какая красота выходит. Так, ладно, снимаю все остальные. Отлично, выходит, осталось еще парочка. Так, ну все, мои кучерешки надо расчесать. А то уж не пойду такая лохматая. Ай, буду красавицей, Ване точно понравится. Ой, какая я красивая. Так, наверное, надо еще обруч одеть. Какой же мне выбрать? Точно, вот этот одену. Ой, как же красиво. Ну все. Так, ну какая же я уже красивая. Осталась косметика. Что же тут у меня есть? Тени какие? Желтые, зеленые, голубые, розовые. Какие же выбрать? Так, так, так. Все, решено. Беру розовые. Розовые самые красивые. И на глазки аккуратненько нанесу. Так, правый глазик накрасила. Сейчас еще левый. И я буду просто красоткой. Вот так. Ну все, готово. Ой, ну какая же я красивая. Так. Ой, я же Ваню на чай пригласила. А чая-то нету? Или есть? Так, ладно, буду сервировать стол. На стол накрыть скатертью. Так, готово. И что осталось? Нужны чашки и тарелочки и ложечка. Ну все, я побежала за ними. Так, тарелочки. Итак, себе розовенькую. А Ванечке голубенькую. Он же мальчик. Голубенькую, зелененькую какая-то. А эту на кухню унесу, она не нужна. Наши двое будет. Так, осталось чашечки и ложечка. Мне будет красивенькая, розовенькая. Ну и Ване, наверное, тоже будет розовенькая. У меня другой просто нету. Так, вот так, замечательно. Ну все. Кто-то снова звонит. Пойду возьму трубку. Алло? Да, Ваня, да. Ты задерживаешься? На целый час? А я уже стол приготовила. Ну ладно. Хорошо, я тебя жду. Пока. Так, целый час ждать. Я убиралась, очень сильно устала. Пойду я, наверное, полежу на диванчике немножко. Отдохну. Одеть. Какие же выбрать? Ребята, какие мне выбрать? Вот эту красивую конфетку или вот этот цветочек? Ладно, одену, наверное, цветочек. Вот, и буду совсем красавицей. Ну все, осталось поправить прическу. Так, посмотрим.
уже размазался под глазами. Двери звонят. Что же мне делать? О, нет. Вот это я поспала. А вы, ребята, были на канале Сафуня Шалуни. Ставьте лайки и подписывайтесь.